10 октября у нашей Челси был юбилей, ровно год, как она обрела свой дом. И на следующий день мы решили поехать с ней в центр Петербурга, показать ей город, так как она уже стала истинной петербурженкой. Итак, сегодня рассказ о том, как мы гуляли по центру города. Челси гуляет на Марсовом поле. Революцию пришла делать. Мамка говорит, Челси пришла делать революцию. Челси, какой бантик у тебя. Сразу покажу вам все свои платочки. Пошли. Какая собака большая, красивая. Прямо бухайся. Челси, на Марсовом поле гуляешь?
Да, я такая красивая. Наконец-то природа, а то одни камни, камни. Дома, дома. Люди, люди. Столько всего. Аж страшно. Ай, красотка. Красивая спинка какая. Ложитесь. Та-дам! Мамка завалилась, а ты ко мне? Мамка завалилась, да, Челс? Где мама? Где мама? Мама на Марсовом поле валяется. Давай, я тоже завалюсь. Вон там. Спас на крови. Лежим на Марсовом поле, загораем. 11 октября 2021 года. Мы еще живы. Сказала мама, что мы еще живы, врагам не дождаться нашей кончинушки. Лежим на Марсовом поле. Челси сидит. Челсик. Облака, белогривые лошадки. Облака, что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас. Кого-то увидела. Облака. Кто там? Собака большая. Что, мы вышли к Неве? Кто там? Кто там?
Все, вода везде. Ой, ой, как страшно. Кто там? Кисы пошли? Кисы побежали? Кисы? Петербургские коты? Эрмитажные? А? Ну пошли посмотрим. Пошли, где? Где кисы? Тихонечко, тихонечко. Какой у нас красивый! Челси на Дворцовой площади! Какая девочка! Тебе нравится тут? Нравится Челсику!